Тазя проходит злой, бран, тазя проходит злой. Я с дубинкою идю, я с дубинкою идю. Бран, тазя бро победю, бран, тазя бро победю. Ой, бран, тазя бро, победю. Всем привет! Магия крови. Экшен-ролевая игра, вышедшая в 2005 году и разработанная российской студией Skyfallen. Основана, кстати, эта студия выходцами из другой известнейшей российской студии, воронежской Бурут. Бурут Креативы Тим, так называемая. Захватывающий сюжет рассказывает о судьбе бессмертного Модо, приговоренного к высшим судом Абсолюта к ссылке на Землю. Согласно вердикту высших, Модо предстоит родиться, жить и умереть в теле смертного. Вы герой поневоле, и именно вам предстоит сделать выбор. Разрушить планы Модо, помочь Модо уничтожить его тюрьму Землю, заняться своими делами и извлечь из ситуации свои собственные выгоды. Решайте. Особенности игры. В арсенале игрока комплексная магическая система, 12 школ магии и более 100 заклинаний. Уникальная возможность комбинирования заклинаний. Облик главного героя изменяется в зависимости от изученной магии. Великолепная, использующая современные 3D-технологии графика, детализированные модели персонажей, зданий и местности. Выдержки из рецензий игры из игровых журналов. «Магия крови» — совершенно удивительная игра. Визуализация волшебных поединков выглядит так, что хоть в рамочку да на тематическую выставку в ГМИИ имени Пушкина XS Magazine. Уникальная система магии и связанных с ней видоизменений внешности персонажа, необычная вселенная, одновременно забавная и мрачная, идеальная тренировочная площадка для магических экспериментов с летальным исходом. Это на игры. PC-игры пишут. Главное впечатление – это проект с отличной оригинальной идеей и профессиональным воплощением. В нем собраны лучшие качества игр, в графе, жанр которых принято писать манящим сочетанием «экшен-РПГ». Минимальные системные требования: Windows 2000, DirectX 9.0c, процессор 1,5 ГГц, видеокарта класса NVIDIA GeForce 4T4200 или ATI Radeon 9700 со 128 ГБ памяти, 512 ГБ оперативной памяти, 2 ГБ свободного места на жестком диске. Мой стаж игры составляет в эту игру где-то 3-4 часа. Я, значит, успел покинуть стартовую локацию и зачистить следующую, то есть Эйвен. Вот. То есть я выполнил всего один сюжетный квест. Вот. Так что, по сути, я только разобрался с управлением. Но я всегда так прохожу. У меня не хватит терпения полностью пройти игру, а потом под запись уже как профи играть. Так, начинаем новую игру. Кстати, обратите внимание, заставка здесь не из магии крови, а из времени теней. Дело в том, что я не смог найти оригинальную магию крови вообще ни на одном торрент-трекере. Везде лежит только золотое издание, так называемое, в которое уже вшито в дополнение оригинальное официальное дополнение «Время теней», уже вшито. Вот, поэтому менюшка здесь, скорее всего, не та, которая была в «Магии крови», но тут я уж ничего не сделаю. Зато играю в максимально пропатченную позднюю версию. Так, начинаем, значит, нам надо новый профиль создать. «Магия крови». Почему-то игра вот так вот долго потупливает, долго загружается. Так, это вот то, чего я достиг за 3-4 часа игры. Я достиг 6 уровня. Характер у меня был нейтральный. Сложность в стране чудес. В игре, кстати, 3 уровня сложности, но при этом вы не можете пройти игру на втором, не пройдя на первом. И не можете пройти на третьем, не пройдя на втором. То есть вот такая вот система. То есть, грубо говоря, я прохожу игру на минимальном уровне сложности, потому что я ее не проходил. Но я и не могу даже при всем желании повышенную включить. Ну и не надо, в принципе. Так, мы создаем новый профиль. Так, создать героя. На выбор у нас 4 персонажа, которыми мы можем играть. Каждому мы можем выбрать мировоззрение, злой, нейтральный, добрый, и сущность, бессмертный и смертный. Это ерунда, на самом деле. Если ты играешь бессмертным, то, грубо говоря, тебя убивают, ты возрождаешься на ближайшем телепорте. Причем в игре нет сохранений вообще. В игре не предусмотрено сохранение.
Сохраняется игра только автоматически при выходе из игры. Извиняюсь, из нее. Ну а если вы выбираете смертный, то, соответственно, после вашей гибели вы. Игра заканчивается полностью. Но это надо быть уже совсем, как говорится, хардкорным игроком. Так, на выбор у нас странная цыганка. Как большинство представительниц ее народа, она всю жизнь напускала на себя мистический вид и зарабатывала на хлеб, предсказывая судьбу по руке, картам и кофейной гуще. Занимаясь этим, она стала настоящим экспертом в делах судьбы и случая, и потому удача улыбается ей гораздо чаще, чем остальным. Это самый такой усредненный персонаж, это странная цыганка, потому что на каждого персонажа, который можем выбрать, дается всего 6 очков характеристик. На 3, 6 очков характеристик, на 3 характеристики. Энергия, интеллект, сила. Вот у нее все поровну. 2, 2, 2. Так, следующий персонаж. Гарри Поттер я его называю, но на самом деле он называется рассеянный школяр. Он натура утонченная и оттого очень болезненная. Показатель жизненной силы совсем низкий, однако парень обладает великолепным интеллектом. Рассеянный школяр быстрее других учит заклинания и может стать отличным магом, если до этого его не убьют. У него интеллект 3, но энергия 1. Энергия отвечает за количество очков здоровья. Сила отвечает за урон, наносимый оружием ближнего боя. Учитывая то, что игра в игре практически 90% это использование, бои происходят за счет магии, это самая ненужная характеристика сила. Но она также еще влияет на количество носимого веса, конечно. Вот это более важно, хотя тоже на самом деле не очень важно. Так, третий персонаж. Третий персонаж – жена булочника. Крепко сбитая, вечно веселая женщина, любимое дело которой – радовать народ своим хлебом и сладкими булками. Она обладает огромной жизненной силой, однако интеллект у нее невысок. Жена булочника имеет дополнительный бонус к здоровью и скорости его регенерации, так что убить ее будет непросто. У нее энергия 3, то бишь количество очков здоровья больше всех, но зато интеллект – самый низкий, единичка. И последний, четвертый персонаж, из которого мы можем выбрать, толстый, да тихо, стоять, толстый монах. Джентльмен средних лет, жизнь которого заметно отразилась на размерах его живота. Недостаток интеллекта он с лихвой компенсирует силой удара. Бурное прошлое, проведенное в кабацких драках и странствиях, позволяет ему получать бонусы на дополнительный урон и защиту. У него самая высокая сила из всех, то есть он больнее всех бьет дубиной, и он больше всего груза может таскать в своем инвентаре. Я выберу самую сбалансированного героя, то бишь странную цыганку. На самом деле в игре нету жесткой привязки к классу, то есть на самом деле это все не играет роли, кем вы начнете, потому что по мере игры вы можете любые характеристики, любые заклинания, никаких ограничений не действует. То есть, по сути, это такой выбор. Чисто, кто вам больше внешне нравится, того и берите. Профиль с таким именем уже существует. Перезаписать? Черт подери. А, подождите, мне надо сменить имя плеера, потому что я не хочу свой тренировочный профиль перетереть. Плеер 1. Вступительный ролик. Очень, кстати, хорош. В мире, где ничего... Я вот не умею переводить, ребят. Переведите сами, кто сможет. Твое духовное тело погрязло в желаниях смертных, Мода. Жажда власти и силы все сильнее искажает твое отражение
в изначальном, привнеся в наш мир суету и разрушение. Кто вы такие, чтобы осуждать меня, трижды пересекавшего кольцо времени? Слушай же решение высших! Высших! Теней страшитесь вы в сердце моем, в то время как ваши сердца пусты. Меня это забавляет. Молчи! Ты отправишься в мир смертных, Мода, в теле смертного ребенка, дабы прожить 100 лет и только потом умереть. Не будет Абсолюта и его даров. Не будет той силы, переполняющей твое тело. Жалкие подобия древних. Все, что мне нужно, я возьму сам. И никто из вас не в силах помешать мне. Только ты и твоя память, Мода, ибо только смерть сможет исцелить твой дух. Мои слова не изменят решение высших, но пришедшие моим путем разрушат текущий порядок во имя творения, ибо нет пределов возможному, и я, Мода, берусь доказать это вам. Твоя вина безмерна, и посему тебе отказано в праве оспаривать решение высших. Получен предмет алхимический, что-то там. Не успел прочитать. Так, все, игра началась, да? Игра началась. Так, поговорить с Магнусом. Поговорите с Магнусом, главой магической академии Эйвона. Или Эйвона. Вы сможете найти его в здании академии. Так, ищем Магнуса. Профессор, можно обратиться? Ты кто? Чем я могу вам помочь? Да, конечно. А почему одни монстры? Я пробовал использовать простые заклинания и комбинированные. А разве Магнус, глава магической академии. Так как одно и то же. Поздравляю. Сегодня вы закончили первый круг обучения. Для меня до сих пор остается загадкой, как вы умудрились набрать неплохие баллы сразу по всем дисциплинам. Возможно, это ваша хваленая интуиция. Но, к сожалению, я в интуицию не верю. В любом случае, желаю вам удачи. Перед тем, как покинете стены Академии, не забудьте выбрать 3 направления, в которых вы специализировались. После выбора специализации подойдите ко мне. Я расскажу вам о выпускном испытании. В какого бога ты веришь? Я почитал пару гайдов в интернете. Естественно, когда вы читаете гайды, не видя даже игру в глаза, мало что усваивается. Но я сделал для себя кое-какие пометки. Советуют брать магию благословения, воздуха и еще они советуют воздух и костей. Хотя, вот в другом я читал, что там советуют, значит... Так, вот тут чувак пишет. Я просто не шарю, чуваки, мне надо, придется разбираться. Ну, магия крови, но она появится только во втором акте. Магию воздуха нам нужно в первую очередь брать. Вот. Ну, остальное сейчас уже второстепенно. Так, что он там сказал, что надо сделать? Специализируйтесь в 3 направлениях магии. Для этого нужно поговорить со всеми профессорами академии и выбрать школы, в которых вы специализировались. Так, поговорить с 3 профессорами Академии.
Профессор Ахатиус. Так, специализация магии призыва, костей алхимии. Давайте магию костей возьмем. Получен предмет, свиток с заклинанием череп. Так, у нас есть свиток с заклинанием череп. Мастерство костей. Так, и есть у нас рецепт алхимический целебного зелья. Так, одного профессора я посетил. Можно, кстати, вот эти ящики крушить. Но народ ругается, поэтому хрен с ним, я не буду. Все равно основную часть лута мы будем в боях добывать, а не вот эти вот, разбивая все эти ящики. Так, здесь нет никого. Так, ищем профессоров. Смотрите внимательно, поскольку это будет... Блин, на этой карте, блин, так все мелко, ничего не видно, честно говоря. Кто-то какую-то магию кастует. Профессор Перегринус. Вот и все, спасибо за внимание. Так, магия земли, огня, воды, воздуха. Магию воздуха советуют люди брать. Говорят, очень крутая. Берем ее. Получим предмет, свиток, заклинание мастерства воздуха и заклинание молния. Так, и третий профессор. По имени Бланш. Так, профессор Бланш. Я не могу его найти. Вот и все. Спасибо за внимание. Он на соседней аудитории. Какого бога ты веришь? Крок ведет. Так, магия света, благословений, проклятие. Давайте благословений. Получен свиток заклинания мастерства благословения и сандалии ангела. Так, сандалии ангела, кстати, очень хорошее заклинание. Оно позволяет быстрее бегать. Так, что от меня требуется дальше? Ну, видимо, с Магнусом поговорить. Перед тем, как вы покинете Академию, необходимо пройти испытание. Ваше испытание будет простым. Нужно убить 10 скорпионов быстрее, чем это сделают другие студенты. Как вы могли догадаться, убивать студентов нельзя. Когда последний скорпион будет мертв, возвращайтесь сюда. Так, мне сейчас нужно это, комбинацию горячего сделать. Так, мастерство. Так, кости. Короче, качаем магию, то есть заклинание изучаем. Так, мастерство здесь, сандалии ангела взял. Так, молния и мастерство молнии тоже взял. Так, ну вроде бы все выучил. Теперь нам нужно добавить в соответствующий слот эти боевые заклинания. Так, воевать я буду, наверное, первое время молнией. Так, основное заклинание это молния и мастерство второго уровня. Мастерство, вторичное заклинание, оно усиливает первичное. Вот. Так. Так, и во второй слот я давайте добавлю... Сейчас посмотрим. Сандалии ангела, то есть это ускорение, у нас будет на... На третий, наверное, слот я его повешу. Так, сандалии ангела тоже с мастерством... Сандалии ангела, то есть позволяет быстрее бегать. Увеличивается на 25% скорость бега. Так, и во второй слот мы повесим телепортацию. Тут есть заклинание телепортации. Ну, там буквально метров на 5 в сторону от себя. Единственное, я почему-то не могу найти. Так, а где у нас заклинание телепорта? Я даже не помню, как оно называется, честно говоря. А, оно у нас в разделе навыков, я понял. В разделе навыков у нас есть... мистический путь это называется. Прыгать можно будет. Давайте я лучше, наверное... Ну да, мистический путь, давайте. Так, мистический путь... И позволяет вам мгновенно перемещаться, используя искажение пространства. Ну, это, грубо говоря, перепрыгнуть через стену, через какой-то ров. Вот, можно будет. Руническая магия у меня почему-то второго уровня.
Так, мистический путь можно тоже усилить на самом деле. Мастерством, наверное, каким-нибудь. Сейчас, секунду. Мастерство. Каким мы мастерством усилим? Благословений? Давайте. Хотя хрен знает. Ну, наверное, усилится оно. Так, все, я раскидал по горячим клавишам. Пошлите мочить этих скорпионов. Так, если я еще пойму, как отсюда выбраться. Причем мне надо торопиться быстрее, чем остальные студенты этих скорпиокошек повалят. То есть нужно действовать быстро. А, так мы еще на территории до сих пор этого. Вот, смотрите, видите, я телепортом через забор прибыл. Так, вот эти оранжевые, это и есть скорпионы. Нужно поторапливаться, потому что другие студенты тоже бегают, мочат их. Вот я молнией долбулю по ним. Первый пошел. Тут еще койоты, блин, мешаются. Мне почему нравится заклинание молния? Потому что оно мгновенно поражает противника. То есть не нужно... Не нужно там надеяться, что выстрел попадет в цель. То есть мгновенно... Оно не промахивается никогда, грубо говоря. Вон тут уже другой. Черт подери. Студенты меня опережают по уничтожению скорпикошек, к сожалению. Так, студенты, к сожалению, меня опережают. Походу, сейчас придется вторую попытку делать. Так, у меня 5 осталось уничтожить. У студентов осталось уничтожить 3. Блять, я не вижу, где тут скорпион. Так, есть скорпион. Блять, в этой куче мале попробуй там скорпиона определить. Так, ну что, я выполнил, нет? Вы провалили тестовое задание. Теперь поговорить с Мангнусом. Ё-моё. Чуть-чуть меня студенты, видите, опередили. Ну ничего, ладно, со второго раза я точно это задание пройду. Тут я даже не сомневаюсь. Пройду со второго раза. Ё-моё, где там этот Мангус? Сейчас он просто по второму разу даст. Вы смогли пройти испытание. Можете попробовать еще раз. Попытка номер 2. Испытание будет простым. Попытка номер 2. Снова нужно убить 10 скорпионов. Я думаю, уж как-нибудь со второго раза-то справимся. Быстрее, 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 пока меня и студенты не опередили. Кстати, у меня же есть ускорение. Вот, смотрите, я ускорение сожрал. Я теперь быстрее бегаю. Не сожрал, а применил заклинание ускорения, так называемые сандали ангела. Так, вот трех скорпикошек я завалил буквально за... Слушайте, а меня опять студенты опережают. Как это работает, блядь? Я вроде быстрее уж некуда. Мочу их быстрее некуда. Опять меня студенты опережают. Вам осталось 4, студентам 2. Да ё-моё, сколько можно-то? Журнал обновлен. Вы провалили. Да ё-моё, а? Сколько мы будем с этими скорпионами валиться? Я понимаю, при первом прохождении у меня были сложности. Но сейчас-то что мешает? Я уже как бы не первый раз запускаю игру. Эти койоты еще тут как тут. Так, испил целебного зелья. Тут, кстати, уже можно даже вот на стартовой локации, как видите, прокачиваться. Но я хочу все-таки этот квест завершить.
Чем больше разница в уровнях между мной и врагами... Это, кстати, более такой скелет... розовый, видите? Розовые, это значит более усиленные враги. За его убийство особенно много дадут опыта, но, правда, и убить его сложнее. Блять, у меня закончилась чи, что ли? Почему он? Да, блять, бей ты его! Что-то я не понял, а куда делись заклинания мои? Я не понял, куда все заклинания подевались, которые я добавлял в книгу? Чё за бред? Книгу заклинания открываем? Они как-то стерлись, ребят. Не понял, что сейчас было. Так, снова я вешаю молнию мастерство. Так, сюда давайте ускорение, наверное, я все-таки. Благословение у нас. Сандали ангела на Ctrl 2 и мы с мастерством усиленное. На Ctrl 3, соответственно. Череп и мастерство. Хотя сюда тоже, за место мастерства, может быть, лучше это. Добавить урон от молнии. Давайте тоже молнию добавлю черепу в придачу. Слушайте, по-моему, вот это более эффективная комбинация. Череп плюс молния. Потому что это двойной урон будет наноситься. Давайте вот этим заклинанием поработаем. Так, берем третий. Пытаемся третий раз уже взять этот чертов квест. Блять, мне еще телепорт надо теперь по новой тоже настроить. Так. Мистический путь. Кстати, я могу мистический путь, ремесло и руну мог. Кстати, я, кстати, новый уровень получил, пока тренировался. Давайте мастерство брони я повышу. Мастерство оружия, наверное, повышу. Я получил новый уровень, кстати. Так, ну я не могу сейчас прокачать свою магию, потому что для этого свитки нужны. Так, так вот, мистический путь давайте на контрол, ну, на четвертое повесим. На четвертое. Я запутался. Мастерство воздуха, молния. Так, где этот мангус? Вон он стоит. Вы не смогли пройти. Пока я уже дважды ваше пытаюсь... испытание будет простым. Слушайте, сейчас у меня должно получиться точно, потому что, смотрите. Я сделал более мощное заклинание. Оно должно сильнее бить врагов. Комбинацию черепа с молнией. Блять, я ни одного не завалил. Студенты тут тех убивают. Так, двух завалил. Блять, я не то кастую. Кажется, я опять сейчас ни хрена не пройду. Вальнул. Опа. Блять, студенты опять меня здорово опережают. Да что ж такое? Я не понимаю, как с ними бороться. Я просто не понимаю. Все, я не... Давайте, дуем уже обратно к этому, опять к этому кампусу. Уж я просто не понимаю... Они просто меня жестко опережают. А я когда закончу академию, пойду сюда, преподавать. Ты что, твари? Блять, сколько можно-то, а? Профессор, можно обратиться? Вынес. Профессор, можно обратиться? Да телепортись ты, сука.
Так, двух завалил. Эти типы, они этим, как его, оранжевым цветом помечены. Кулаки залами. Блять, ну я не вижу никого в округе, вот. Вы провалили. Да вы что, издеваетесь? Да сколько можно-то? Я просто и правда не понимаю, как пройти это гребаное испытание. Задрали. Так, я 6-6 счет. Сейчас вровень идем со студентами. Я не помню, какой там счет, но... Блять, я не то кастую опять. Так, одним выстрелом. Так, я... Так, 1-4 я веду. Кажется, наконец-то я должен сейчас выиграть. На этих жуков не обращаем внимания. Это муравьи. Так, вы сдали экзамен. Идите поговорите с Магнусом. Ну, наконец-то. Я полчаса сдавал экзамен сраный. Ты кто? Поздравляю. Вы успешно справились с последним испытанием. После испытания вы отправитесь в Эйвен. Поговорите с Эриком, главой стражи города Эйвена. У него наверняка есть несложная работа. К тому же это даст вам неплохую возможность попрактиковаться. Всего наилучшего. Так, теперь нам нужно отсюда уходить. Я предлагаю, прежде чем идти, зачистить полностью эту локацию от монстров. Друзья, давайте возьмем за правило каждую локацию полностью защищать от монстров. Для того, чтобы, ну, прокачиваться. Потому что иначе у нас могут быть проблемы. Давайте я зачищу от монстров эту локацию, иду и в Эйвен. Тем более, видите, с одного... Практически с одного этого... Тут уже с прошлого раза куча трофеев валяется. Одного раза я этих скорпикошек валю. Белый доспех. Что за белый доспех? Сейчас примерим. Если по статам подойдет, потому что у каждого доспеха есть свои требования к силе, к энергии и так далее. Возьмем за правило каждую локацию полностью зачищать, по крайней мере в первой половине игры, когда нам нужно прокачиваться. Потом, может быть, на это можно будет и забить. Но сейчас это надо делать. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится.
Монстры в этой игре не респятся до тех пор, пока ты не покинешь локацию. Как ты локацию покинул? Вот видите, как ты локацию покинул, они респятся по новой. Видите, вот этот муравей, огненный муравей, он розовым цветом подписан. У него есть какая-то там суперспособность. Там либо резист какой-то мощный, либо дополнительный какие-то урон наносит. Кстати, у муравьев есть такая неприятная особенность. Они любят притворяться умершими, и их нельзя атаковать, пока они снова не встанут. То есть, вот он упал как замертво, и ты не можешь его добить. Теряет он здоровье, вернее, прикидывается мертвым, когда у него здоровье становится меньше 25%. То есть, его надо либо добивать одним ударом, когда у него больше 25%, ну, либо он встанет. Причем уже станет, естественно, изрядно уже таким, как сказать, выздоровевшим. Мини ускорение. Локации. Игра, кстати, сделана на том же самом движке, что и этот. Санитары подземелий. Вернее, правильнее было бы сказать так, что санитары подземелий сделаны на движке магии крови. Но если в санитарах подземелья локации довольно-таки маленькие и компактные, то в этой игре они просто огромные. Если бы они были такие же маленькие, как в санитарах, это, честно говоря, меня бы обрадовало. Но зачищать вот эти огромные совершенно гектары. Пипец. Койотик. Чи это зелье чи, это зелье маны, грубо говоря. Ну, а зелье здоровья, оно, как, по-моему, и вроде и называется. Видите, у меня первичным заклинанием стоит заклинание череп. Это череп, который летит во врага, причем он корректирует свою траекторию в его сторону. То есть он как бы самонаводящийся череп. Вот. А заклинание молния вторичное, оно добавляет урон еще и от молнии сверху. И вот такая вот ролевая система в игре. Заклинание можно комбинировать практически в любых соотношениях. После зачистки локации нужно будет открыть инвентарь и посмотреть, что я насобирал. Потому что тут в горячке боя мне некогда ознакомливаться, что я там подобрал. Вот после зачистки локации обязательно. И потом в Эйвоне все это надо будет продавать. Потому что инвентарь, к сожалению, не резиновый. И тут масса ограничивается. По массе ограничения. У каждого предмета есть свой вес, который учитывается игрой. Естественно, и мана, и здоровье восстанавливаются со временем сами по себе. Но в горячке боя, если скорости восстановления естественного не хватает, есть красные бутылочки, синие бутылочки. Все по классике. Так, вижу, там красную точку пропустил, скорпикошка. Одним выстрелом выношу. Вот это хорошая комбинация. Череп плюс молния. На ранней стадии игры одна из самых убийственных. Но она бьет только по одному существу, так сказать. То есть, не, естественно, не группового действия. Ну вот, один выстрел, один труп. Видите? Хорошо. Золотишко сейчас соберем. Слушайте,
Я, возможно, сейчас даже на еще один свиток магии накоплю. Сколько у меня денег уже? У меня уже 678, это на два свитка. На два свитка хватает. А сколько у меня очков магии? Ну-ка, давайте посмотрим. 8. Так я прямо сейчас на стартовой локации тогда и качнусь. То есть я сейчас сразу куплю тогда еще пару свитков. И подниму владение магией. Действительно, а зачем из этой локации рано уходить, если на ней можно качнуться хорошо? Да, процесс в игре монотонный, но это у всех, таких вот диаблоподобных игр монотонный процесс. Хотя в нем что-то есть, честно говоря, вот чуть-чуть затягивает. Хотя, ну блин, он все равно остается скучным и монотонным, хоть и тресни. Я не любитель этого жанра абсолютно. Блять, где этот хер? Я его не вижу. Вот, видите, череп летит, он преследует этого скорпиона. Чуть-чуть не долетел. Хедшот. Я уже, по-моему, по часовой стрелке обошел эту локацию. Так, мощный скорпиошка здесь. Розовый, видите, розовый. Но за него и опыта, извините, больше дают. Плюс из него, видите, вывалились лечебные склянки всякие. Печать булыжника. Ну, какой-то бонус получил к своей атаке, связанную с магией земли. Какой, честно говоря, хрен знает. Вот я здесь уже был. Вот эти муравьи, это точно те, которые прикинулись дохлыми. Я уверен, что это те самые муравьи, которые прикинулись дохлыми. И вот они ожили, видите? Вроде бы я здесь был, вроде бы уже локация зачистена. Нет. Восстали. Койотик подвывает. Это вапашка. Что за вапашка? Сейчас откроем инвентарь, посмотрим. За вапашка. Так, дозачищаем карту. То есть, видите, туман войны. В тех районах, где остался туман войны. Значит, мы там не были. Значит, туда надо сходить. Ему сразу музыка благостная заиграл. Типа, видимо, врагов мало осталось. Вот тут же еще один скорпион выскочил. Это как они живут в таких токсичных условиях, я не понимаю. Шагу пить нельзя. На тебя не напало какое-нибудь отродье. И вот опять снова заиграла благостная музыка. До первого же врага. Так, ну это мы уже на территории учебного заведения. Здесь уже, я понимаю, врагов не будет. Зелье жизни 60. Это значит, что на 60 единиц я могу свое здоровье поправить. Здесь бутылочка, как бы она одна, но она вмещает в себя 3600 единиц здоровья. Такая вот система.
То есть тут не количеством бутылочек подсчет ведется, а ее наполненностью. Скелет? А, лаки, студенты. Студенты тут гоняют какую-то местную живность. Не я один тут, как говорится, зачисткой занимаюсь. Ночные сапоги. Интересно, как они влияют на прогулки ночью. Сейчас посмотрим. Сейчас я вот зачищу локацию. Я уже ее практически зачистил. Будем изучать инвентарь. Что мы там понасобирали, собственно говоря. Так, ну что, локация зачищена, если мы говорим о дикой территории. На территории учебного заведения ничего не будет. Собственно, мне осталось сейчас только в Эйвен дуть. Но перед тем, как дуть, у меня есть деньги, и я хочу купить пару свитков. Магии воздуха. Будем делать ставку на воздух. Как я вот прочитал в интернете, говорят, что хорошо действуют эти заклинания. Так, мне нужны эти, соответственно, кубаки, которые будут учить меня. Так, профессор Перегринус. Комбинированные заклинания, некоторые для каждой приз от правильного... А, здесь торговца надо искать, друзья. Здесь надо искать торговца. Блин, как все мелко. Где-то должен быть торговец здесь. Понтий, торговец зельями. Может быть, вот он мне пару свитков продаст. Что-то хотел. Меняется конечный результат. Так, сейчас торговать. Свитки. Да, у него есть свитки. Это будет на зачете. Яд, мастерство призыва, поднятие нежити, мастерство костей, череп, мастерство проклятий, заклинание замедления, мастерство благословений. Ты откуда такой взялся? Сандалии ангела. Ну, у меня уже есть сандалии ангела. Мастерство света. Луч света. Мастерство воздуха. Вот это вот интересно. У меня же есть, по-моему, у меня есть мастерство воздуха? Есть, да. О, свиток заклинания молния. Второго уровня у нас будет в молнии. Давайте молнию возьмем. За 303. Тихо. Я купил или нет? Так, вот мастерство молнии. Так, молнию за 303 я купил. Теперь мы ее изучаем, соответственно, вот, до второго уровня. Буду делать на молнию ставку. Так, хорошо, молния второго уровня у нас. Так, теперь мое следующее задание — поговорить с Эриком, главой стражи. Так, ну это понятно. Так, у меня появились очки умений дополнительные. Так, мастерство брони. Поднять, может быть. Давайте мастерство брони и ремесло я подниму. Поднял. Так, сколько у меня осталось денег? У меня осталось еще 456. Я могу еще одну. Могу еще один свиток взять у него. Давайте еще раз посмотрим, что у него есть из свитков. Спасибо за внимание. Череп можно повысить до второго уровня, кстати говоря. Так-то. Череп плюс воздух, они будут оба второго уровня уже. Давайте заклинание череп еще одну куплю. По рукам. Купил. Купил. И мы качаем заклинание череп до уровня 2. У меня теперь связка череп и молния стали, соответственно, уже второуровневыми эти заклинания. Не первоуровневыми, как было до этого, а второуровневыми. Все, ну теперь можно в Эйвен отправляться. Локация зачищена, все враги убиты. У нас есть несколько неуспевающих студентов. Если они не успеют подготовиться, зачет они не сдадут. Раздай им эти задания, это то, что будет на зачете. Если успеют подготовиться, значит, им повезло. Я бы не хотел, чтобы они вылетели из академии.
Думаю, ты понимаешь, что Магнусу лучше об этом не знать. Так, мне дали побочный квест. Поговорите с Эриком. Ой, не, подожди. Тесты для студентов. Раздайте студентам задание от Ларса. Задание к зачету. 2 плюс 2 равно. Так, давайте тогда, ладно, раздадим. То есть побочный квест нам дали. Квестовые чуваки помечены на миникарте синими точками. 5 студентов я должен известить о том. Ну, дать шпаргалки 5 студентам. Халява! Ура! Жизнь налаживается! Теперь я смогу сдать этот чертов зачет. Спасибо тебе, родная. С меня должок. Ничего себе! Где ты это достала? Я уже надеялся и перестал, что смогу сдать этот несчастный зачет. Спасибо тебе огромное, век не забуду. Так, телепортнуться надо. Лучше бы я пошел рудокопом работать. Все веселее. Да, нам то же самое преподают. Вы странно Ого! Выглядите, леди. Вот повезло так повезло. Как ты умудрилась выглядите. Достать эти задания? Спасибо тебе. Теперь хоть какие-то шансы у меня появились. Ну, значит, так и сделаем. Договорились. Счастливо. Давай создать 2 шпаргалки. Пока никто не видит, давайте крушить мебель. Когда крушишь на виду у людей, нападают, заразы. Привет. Привет. Чего расскажешь интересно? Ну, ты где здесь? Вау! Где ты это достала? Я уже надеяться перестал. Здорово. Да, нам то же самое преподают. Скоро экзамен. Надо будет сглушать после занятий. А что тут? Здравствуйте. Тебя все равно выгонят. Неплохо. Где тогда достала? Я уже надеяться перестал, что... Так, все, вы отдали последнее задание. Вернитесь к Ларсу за наградой. Здоров. Как продвигается? Говорят, что в полнолуние... Что ж, будем надеяться, что хотя бы часть из них успеет подготовиться. Спасибо за помощь. Вот возьми. Возможно, это тебе пригодится. Так, он дал какую-то награду. Или что? Да ни хрена он не дал, походу. За 236 опыта того не стоило, честно говоря. Профессор, можно обратиться? Так, ну чё, денег у меня нету? Конечно, а, подождите, я сейчас торговцу сбагрю. Давайте изучим содержимое инвентаря. Может быть, я оружие поменяю? Вот у меня сейчас метла мастерства воздуха. Повреждение 12-23, плюс 1 к уровню мастерства воздуха. Понятно. Здесь так, длинный посох, повреждение 16-9. Так, давайте я просто сейчас к торговцу прибегу, и мы там посмотрим. Я там по цене проще сориентироваться. Надо избавляться от товара. Нет, если стоит копейки, то понятно, что надо избавляться. Так, оружие я тут насобирал. Моя метла мастерства воздуха, ее надо оставить, потому что она дает плюс 1 к уровню заклинания мастерства воздуха. А, ну оно, кстати, у меня не используется, между прочим. Так, короткий меч продаем. Валашка продаем. Длинный посох, урон 16-19, тоже продаем. Короче, оружие хлам один. Доспехи. Так, вот здесь вот я нашел... Замшевые сапоги, интеллект 5 требуется, не смогу носить. Ночные сапоги. Так, у меня сейчас замшевые сапоги. Против физической сопротивляемости 1, скорость плюс 12. Так, а у этих, ну, у ночных сапогов физическая сопротивляемость 2, скорость плюс 12. Так, надеваем тогда вот эти сапожки. Так, эти я тогда продаю. Так, замшевые продаю сапожки. Так, что еще можно сбагрить ему?
Руническое заклинание «Ярость». Так. Алхимические рецепты. Случайный свиток. Любой свиток плюс зелье яда 48. Получается случайный свиток. Вы мне поможете, профессор? Блин, эти рецепты можно в интернете посмотреть. Их так-то нет смысла с собой таскать. Так, рецепты я продаю. Некоторые заклинания могут поразить более одной цели. Этим нужно пользоваться. Так, свитки продаем, учебные. Рецепты, то бишь. Так, красный лист — это для лечебных зелий изготовления. Синий лист для зелий магических. Бочонок темного эйвонского эля 243. Дорогущий, продаем. Так, я сейчас продам на 784. Значит, я сейчас смогу еще купить парочку свитков и, соответственно, еще поднять познание в магии. Получается так? Так, замшевые сапоги, интеллект 5. Ну, пока что придется их продать. Так, замшевые сапоги продаю. Итого я продаю сейчас на 900 монет. С тобой приятно иметь дело. По-моему, неплохо получилось. Я сейчас еще попробую свитки приобрести. Так, украшений нет. Сапожки надеваем, ночные. Так, оружие оставляем пока что, метлу мастерства воздуха. Так, деньги есть, снова начинаем приобретать. Тема этой лекции — магия свет. Свитки. Чувак, мне нужна торговля, мне... Блять, он что-то не хочет на торговлю идти, а... Блять, он не хочет со мной торговать, а как мне свитки-то купить? Блять, я надеюсь, меня не убьют там. Я нечаянно ударил его молнией. Жесть. Слава богу, на меня не напали. В городе за такое нападают. А, блин, я путаю. Мне же надо к торговцу идти. Торгуют-то не эти профессора же. Торговец же торгует. Так, торговать. Свитки смотрим. Далее ангела у меня уже есть. Мастерство света. Луч света. Мастерство воздуха. Может, мастерство воздуха до трех качнуть? У меня хватит? По воды. Полок льда. Ствол огня. Ствол земли. Булыжник. Небольшой камень появляется в руке мага и летит в противника. При попадании наносит физическое повреждение с определенной вероятностью, вызывая оглушение. Рекомендуется изучение заклинания оглушения. Булыжник плюс оглушение — полезная теплокомбинация. Так, сколько у меня очков магии? 5. Я могу, в принципе, до 3 качнуть сейчас. Могу до 3 качнуть мастерство воздуха, друзья. Давайте я куплю у него, пожалуй, свиток воздуха и качну мастерство воздуха до 3. $455. Хватает денег. Так, сразу изучаем мастерство воздуха, сразу качаем до 3. Есть. Так, есть у нас, значит, у меня осталось 3 очка заклинаний, да? Я предлагаю это купить мастерство каждой стихии. Потому что оно... Ну, каждый не получит, у меня денег не хватит. Потому что это дает сопротивляемость соответствующей стихии. Друзья, но продолжим в следующем части. Всем спасибо, всем пока.